Привет, друзья! С вами профессор Антошка и мой юный ученый Илья. Привет! Привет! Готов химичить? Да. Готов. Ребята, сегодня я вас познакомлю с очень интересным экспериментом под названием водоворот. Илья, скажи мне, вот когда в ванной выдергиваешь пробку, что ты видишь? С водой что происходит? Как ураган спускается. Да, ураган, совершенно верно. Происходит завихрение, и вода вся закручивается и выливается прямо в канализацию. Но у меня с собой есть две вот таких вот баклажки, в которых находится подкрашенная вода. Наши баклажки соединены специальным устройством, как вы видите, да? Угу. В котором есть небольшое маленькое отверстие. Итак, если мы перевернем наши баклажки, посмотрите, вода не выливается. Там есть небольшое отверстие, но вода очень-очень медленно, да, начинает выливаться вниз. Илья, что же нужно сделать, чтобы наша вода быстро опустилась вниз? Вопрос, да? Верно. Ребята, я вам подскажу и тебя научу. Итак, наши баклажки нужно, первое, конечно же, перевернуть. И после этого сделать несколько совсем простых движений. Смотри. Переворачиваю, закручиваю, и происходит завихрение, как ты сказал, торнадо, помнишь? Да. Посмотри, появляется водоворот, по которому воздух из нижней бутылки переходит в верхнюю, а вода по стенкам опускается вниз. Водная торнадо или просто водоворот в бутылке. Красивый и довольно-таки простой эксперимент. Кстати, данный эксперимент можно дома провести, но вместе со своими родителями. Взять такие же баклажки и склеить их скотчем. Итак, проведем еще разок. Держи, бери одной рукой снизу, другой сверху, вот здесь вот, и попробуем закрутить. Так. Есть. Нет. Все же есть. Посмотрите, друзья. У нас все получилось первого раза. Водная торнадо. Круто, красиво, весело и с пользой. Ну что ж, ребят, до новых встреч. С вами был профессор Антошка и мой помощник Илья. Пока. Пока всем.